Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Раритет М. В начале выпуска по обычаю хочу поблагодарить донатеров, то есть тех людей, которые действительно вкладывают помощь в развитие канала. Огромное спасибо Карен. Карен наш верный подписчик. Он первым отозвался на призыв, что мы собираем на новый компьютер и камеру для монтажа, для улучшения контента и качества канала. Огромное спасибо, дорогой Карен, низкий поклон. Карен уже в третий раз делает донат, друзья. И скажу вам, нехилый донат. Огромное спасибо. Обязательно напишите в комментариях, Каренджан, или по WhatsApp, откуда вы, друг мой, чтобы мы поддерживали связь с вами, так как я не знаю даже, откуда вы, брат. Друзья, так как мы не занимаемся продажами, перекупничеством, посредничеством и так далее, наш канал находится на развитии, на стадии развития пока что. От самих просмотров в Армении вообще нет монетизации, не монетизируется YouTube. То есть на показах рекламы нет дохода от показа той рекламы, которую показывает YouTube. А те, кто разбираются, тот знает, что доход идет не от самих просмотров роликов, а от тех антрактов, которые заливают рекламу YouTube. У нас также нету бизнесов, автосервисов и так далее, друзья, или своих машин на продажу. Поэтому единственная возможность – это развиваться с помощью донатов. В конце концов, конечные потребители нашего продукта – это вы. То есть, то, что мы делаем, делаем для вас, если мы хотим улучшить качество контента для развития канала, для улучшения его качества. То есть, в конечном итоге, чтобы вы получали больше удовольствия, больше наслаждения, больше информации. Буду краток. Всем огромное спасибо, кто поддержит нас и не будет безразличным. Друзья, также можете подписываться на наш инстаграм-канал. Логотип всегда в углу на экране, или в верхнем, или в нижнем. Для тех, кто пишет все время, спрашивает, как приехать, как удобнее, как дешевле, какие документы нужны. Вся информация есть на инстаграме. Также все новые машины, интересные новости, все выкладываем в инстаграм. Обязательно подписывайтесь, следите за новостями и за событиями. Огромное спасибо за поддержку. Всем привет, всем удачи. А теперь предлагаю посмотреть обзор авторынка. Приветствую. Хорошо. Спасибо. Как канал? Нормально. Привет вот вашим передавайте. Привет от тебя из Еревана. Звук такой же, как на этих... Атлетовские моторы, то такие же, на атлетах 3,5 литров стоят, плюс на Лексусах стоят, плюс на Тойоте Авалон тоже 3,5 литра такой же мотор, то есть один из самых лучших моторов. По звуку я, так как уже сталкивался с ними, уже знаю, по звуку уже. Так, и смотрите, а вы говорите нету. 2007 года рестайлинг с линзованной оптикой. Здесь еще один серого цвета. Привет. Привет. Как дела? Нормально, брат. Как давно не видели. Отец, корас. Вага жама таснер кусим поймана бурдаля, мы гер вуртаны. Аса, опа, мэнна. 2014 год, Гина. 8600 Hyundai Elantra. Свеженькое состояние. Хапац на иркац тэгэр. Айрбак чи бацэль. Капот шита, мэгэ фары на тэгэр. Капот, щит и бампер. Фары, вернее, заменены. Капот, бампер и фары. Подушки не открывались.
вишневый цвет, тканевый салон, люков нету, ВИН-код, можете проверить, пробить. Удар был короче спереди. Вот на этих Элантрах, друзья, что примечательно, вот двери легкие очень, плюс багажник тоже легкий очень. Ну, здесь они очень популярны и в Армении. Это мотор GDI, а? Простой мотор, а? 1.8 мотор, не GDI. Вот смотрите, сколько Hyundai Elantra завезли. Свеженькие. Не чаржи, брат, Байлюс. Не чканешь? 8500 продано. Вот еще одна Hyundai Elantra, Cida Axis, 2004 год, с оранжевым салоном. Цены от 4500 на них, в хорошем состоянии. Так, посмотрим, быстренько здесь пройдемся. Что-то интересное, если новое будет, покажем. Вот Audi. Audi участились, видите? Люди смотрят, слушают, спрашиваете все время Audi, и привезли новенькие, завезли уже, видите, какой обвес с выступом, диффузоры. Цена барыв здесь, инчаржи, год пробег, цена. Инназа, 160 пробег. Да. Километров. Да. 10-й год. Да. Цена? Конец. Цена 9 тысяч. Да. А объем двигателя какой? Объем... Не знаю, сейчас брат подойдет. Кватро, а? Полный привод или передний? А4 2.0, надписи кватро нету, то на передний привод. Не все бывают кватро. Кожаный салон. Парюрах, Леа Каршак, а ты демик? Да, вы видите? Кани мотора? Эркускнус мотора. 2.0. Турбо, я? Турбо, я. Да, 2.0 турбо. Коробка Циптроника, автомат. Американец, а изберец? Хапац, неркац, ты режь? Хапац, я вер. А это лифита? Удар был на бампере заднем, да. Балкин Чиасе. А. Да, оригинальный бампер поставили, поврежденных, серьезных повреждений не было, только бампер заменили и все. Кина? Кина и назад. 9000. О, смотрите. Что? Погода пасмурная стала и прохладнее. Такой приятный ветерок. Да, да. Да, очень приятно проводить съемки и прогуливаться. Ага, все отлично. Альфарда Банадзерна или Киан? Киан. Чаржи. Киа Спортэйдж, $11500 в год. 10-й год, пробег. Майл? 78 тысяч миль пробег. Объем двигателя какой? 2,4 литра объем. Полный привод. Газ. Газка. Гэвук. На ГБО на пропане. Тканевый салон. Так, коробка Циптроника, автомат, монитор, задняя камера у них, повторитель АВД, полный привод. Задняя камера, все есть, говорит. Бензованные фары. Вот
А чем барыв здесь? Это? Это не наша. Нет, ваша. 6000. Да. Год какой? Шестой год, EXL, на? Не могу, брат, мне не подскажут тебе. Тоженный салон, да. Значит, EXL. Это где-то написано, я не знаю даже. Ты сам кеннель нам сам салон не ровели, кожиц банит. Нет мониторов, а? А, один монитор, потолочный только, спереди нету. Кшаца? 173, наверное. 170 тысяч миль пробег, да? Мотор 3.5? Да. Да. Двери электрические? Да, две электрические. А, окей. Это банник, а это место для купить, мне что-то не включено. А, детский банник, место. Все, спасибо, брат. Ford Fusion 2007 года. Чка нахперес. 10500, 2017 год. Инч мотора? 2.5 мотор. Гибрид Toyota Prius. Гина инчка на, брат? 6200. Год какой? Год. Восьмой год. Так, Mitsubishi Airtrek. Вот эти машины очень дешево стоят. Sport Gear. Начиная от 3500 долларов, 3800 долларов можно приобрести. Внедорожник, кроссовер. Honda Elysion от 6000 долларов. Dodge вот эти Grand Caravan от 6500 долларов. Honda Stepwagon. От 5500 долларов. От Honda Prestige. Honda Elysion. Но нету продавцов. Еще один Alphard. Полно Alphardов, оказывается. Я думал, их нет уже. Или очень мало, но оказывается, полно есть. Цешки вот эти, друзья, от 3500 долларов. Так. Ешки 3.5 моторы от 7500. Honda Accord от 10000 долларов. Ипсум вот давно не попадались. Ипсум ничка набавит здесь. 6500, год какой? Шестой год, комплектация? Максимально. Спортна? Да. А, здесь? Полный привод. Полный привод здесь, друзья, 4x4. Правый руль. То есть, все это правые в России только могут. Из России могут купить. В Казахстане, насколько знаю, 240S, да, спорт. В России, в Казахстане, насколько знаю, на правых рулях уже не разрешают ездить. 6500 долларов. Пробегаечка, на, брат? 102 тысячи километров пробег. Тяна, ничка, на? 4200, друзья, 4200 долларов. Nissan Tiana, 2006 год, 2.3 литра. V6. 2006 год, то есть здесь пока что автоматические коробки были, да. Алькантаровый салон. Автоматическая коробка передач. Светлый салон, здесь персидский коврик, видите, вот эти... Коврики, персидские коврики называют, пушистые вот эти, на Axis комплектациях, в основном они бывают. 230 GK. 20. Все.
Hyundai Elantra. Kia. Kia, вот эти Kia от 6500 долларов они здесь стоят, эти. RAV4 вот этих годов от 15 тысяч долларов. Вот здесь Nissan Elgrande от 5 тысяч долларов они были. Сейчас, наверное, тоже подорожали. Сейчас, если будет по пути, где есть торговец, спросим. Альфарды до рестайлинги. Левые рули. И здесь рестайлинг с линзованной оптикой. Так. Так, посмотрим сейчас на трассе, здесь ребята стоят, посмотрим, что они продают. О, ты да Латио. Latio, Latio. Radius this. Davik, Davik, merci. Charge. 4500, 4800 hatchback, 4500, 10 год, 100 тысяч пробег. Все. Mercedes. Сейчас. Не любители сейчас сразу будут писать в комментариях. Опять Мерс, опять Мерсами восхищаешься. И так далее. Хорошими машинами я всегда восхищаюсь. Будь то Lexus, будь то Mercedes, будь то BMW. Не имеет значения. О, AMG обвес тут, друзья, смотрите. Диффузоры на бампере. Парктроники C63, друзья, то есть 6.3 мотор, S-AMG, литые диски, закрыто, уф, шикарный салон какой. Вот еще один этот Nissan Quest, 12-й год. И нынешка она барит здесь. 11 тысяч цена. Не битая, да? Комплектация какая? Элена? А, тканевый салон. СВ? СВ комплектация. И рекукес мотора. 3.5 мотор. Кшаца. Кшаца. 90 тысяч миль, да? 90 тысяч миль пробег. Сейчас пройдемся по салону, друзья. Уф, хороший салон какой, мягкий. Вложений никаких не требует, друзья. Смотрите, точно как на Лексусах. Приборная панель сама черная, да. А этот салон светлый, чтобы не потеть. Все работает в рабочем состоянии. Руль кожаной обшивки, смотрите, места в кожаной прошивке, все кожа, кроме самих сидушек. Бесключевые доступы, двери электрические, капитанские кресла. Вот. Климат-контроль. Все рабочее.
говорит. Quest SV. Класс. Задняя камера. Задний стоп. Крашеная только вот правая дверь, друзья. Контейнеры при перевозке небольшое, небольшое царапинки были, да? И этот покрасилось. Эсканис, а? Kia Optima, да? 16-й год, 12 тысяч долларов. А, еще здесь с пульта все управляется, видите? Класс. Шик. И этот цвет тоже очень приятный цвет. Небесный такой. С серым оттенком, сероватым немного. Так, Киан, ничего, от Киана. Кайнч, инч мотора. 2.4 мотор, Kia Optima. Рестайлинг. Рестайлинг, да. Этот Hyundai Sonata 14 год. GDI, на? GDI мотор. Эльксукес мотор, а? Ангел 5 литр бензина тасум, овасом чинном. Хенцем ингерес дэнум ахпэль. Хенц мотана эль мюс автос тахэлэм дэнум. Инч аржи? 9 тысяч. Небитая машина, говорит. И пробег какой? 80. 80 тысяч актуальный пробег. Эсэлядзэля? Это уже не ваше. 15 тысяч. 15 тысяч, Е70. Тоже небитый машина. Тоже небитая, 11-й год. Заводская краска. 3.5 мотор, X-Drive. Мерси шарп, брат. Так, друзья, ребятушки мои, ребята. Сейчас посмотрим, что там есть еще. Так, сейчас спускаемся уже на бюджетный авторынок, друзья. Нижняя площадка. Камри ЛЕ. Там Ешка, Митсубиши, Паджеро. Давайте спросим, давно их не попадалось. Регулярная купешка. О! Ваш земляк. Паджеро, ничка на барит здесь. 10 тысяч инч мотора. 7-й год, 3-литровый мотор купе. Плюс ГБО на метане, да? Да. Все. Эсканис, а? Ингазера. 5? Японец, 5 тысяч долларов. Этот лупарь. Эти перекупщики, наверное. Че? Перекупщик Нерчен? А, именно. Все, 3.2, видишь? 3.2 мотор, 5 тысяч долларов. Пробег какой? 127 тысяч километров пробег. Плюс газ, да, на нем? От газа, ТЭВУК. Тоже на метане ГБО, вот. Все. Отлично. Привет. Как дела? Так, Ipsum я вам уже показал от 6500 уже, друзья. Вот видите, сам подошел, культурный был человек и сам поздоровался. То есть
Надо синкнуть, сэнс. Короче, вот казахи все смотрят наш канал, и многие вот 99% приезжают по нашим роликам, по нашим рекламам, друзья. Поэтому все уже... Многие признательны, приходят, здороваются, уважают, выражают спасибо, передают привет, говорят салам и так далее. Вот камри СЕ. Умная из Барыдзес. Ништива Барыдзес. 10-й год, да? Асинкан рестайл на Артенеси. Рестайлинг, да. Кина? 8800 цена. Кожаный салон. Вот. Камри линзованной оптикой. Кшаца 112 тысяч пробег. Хапац тэгэр, неркац тэгэр. Не битая, не крашеная, да? Сейчас винкод я вам покажу, друзья. Можете пробить. SE комплектация. Так, давай, тут бесключевой доступ здесь. Вот ВИН-код, ясно видно на камеру. Когда вот, merci, не сильное солнце, друзья, более четкая, ясная съемка происходит. То есть под сильным солнцем там уже на профессиональных камерах есть специальные фильтры. Ты их меняешь, регулируешь, чтобы в яркую погоду или в ненастную погоду в различных режимах снимать. Так что делаем донаты, друзья. Ссылки есть в описании и в закрепленном комментарии. Делаем донаты для покупки, для приобретения профессиональной камеры и компьютера для монтажа. Огромное спасибо. Opel Zafira, вот еще один. Чаржи барык здесь. 5000 автомата, тоже механика. Иштива. 2004-2003, да? Третий год. Гази баллонова. Да, на метановом ГБО. Кшаца. 220 тысяч. То есть цены разные. Вот видите, да, оттуда начинаем и шли. Примерно вот. Там чуть постарше был год, 2002 год. Начиная от 3800 до 4500 была цена. С такой же механической коробкой здесь уже подороже уже идет. Так. Опа. О, Toyota Estima Aeras. Цены на них от 7500 долларов. Правильно. Estima Aeras гибрид, видите, уже с другими фарами и более новый год. Цена от 8500 долларов. О, смотрите, какой Chevrolet. Что, минивэн, что ли, да? Летный минивэн, смотрите, как броневик. Так, еще один Volvo XC90. Hyundai Sonata. Alphard. Зеркало сняли, чтобы не утащили, наверное. Вот сука, блядь. Все. Всем привет, друзья, добро пожаловать на наш канал. Еще одна этот Corolla. Ничего, аржиги не дали здесь. 8600, рядная четверка, Dual VTI. 1.8 спорт комплектация, да. Тива? 11-12 год. Комплектация.
Черный салон, да, тканевый салон. Заводской с монитором, все. Да. Это все заводской, что ли? Да, да, да. Corolla S. Да. Все, заходим на бюджетный авторынок. Смотрите, сразу две BMW, красавицы. Это и это, видите? Вот, дизайн фар интересный, какой красивый. Диски литые. 328i. Цен нету пока что, друзья. И вот это еще одна здесь сейчас покажем. Еще одна E60. 528i, пятерка. Цена? Чаржи. Год пробег, цена. 12 год, да? 14 тысяч долларов. Пробег? 160 тысяч майл. Километров. Из Японии? Из Америки. Мят бацек, да. Сосиф мэмя. Крашеные места. Задний бампер. Заднее, вот левое крыло, да, только это, да, крашено, и все. Да. Че, сгущечка пнем. А, да. Кожаная обшивка на дверях. Угу. Кремовый салон, мультируль, Тептроник автомат, монитор, люк. Центральный подлокотник с подстаканниками. Простой, да, атмосферный мотор, трехлитровый. Да, да, не турбированный. И с Мартом Вортейном и Модессаном еще. Чисто, если. 528i. О, большой багажник. А, сам. Все, спасибо большое. Цвет тоже слоновой кости, да, такой? Ничего? Энканиса. Та тройка тоже, да, ваша? Та почем? Год цена. F30 тот, а это F10. Там цена какая? 12 год, 14500, две турбины, да. Какой объем? Двухлитровый, твин турбо. А. Гина? Здесь солнце, и так что я. Привет. Тасыркус? Тасчорсукес. 14500 долларов, друзья. F30, да? А, вот казахов очень много сегодня, друзья. Новая волна. Приехали. Все время смотрят наш канал. Так что можете заказывать рекламу на нашем канале. Не стесняйтесь. Черный кожаный салон, обдув задних пассажиров. Здесь двери более тугие. Да, литые диски. 19, да, 19 дюймов. Ой.
Все окей. Пожалуйста, не забывайте про донаты, чтобы канал существовал, помогал простым людям. Арсен, вам огромное спасибо за поддержку населения. Надеюсь, вы не перестанете снимать.